А что это? Тут сказано, ты выйдешь за... Ты выйдешь за меня? Нет. Серьезно? Я знаю, меня не должно беспокоить, что ты работаешь в зоопарке, но меня это напрягает. Серьезно? Спустя 5 лет самый преданный сотрудник зоопарка... Просыпайся, Дональд. Давай-ка перейдем в тенек. ...получил второй шанс. Я бы не хотела, чтобы из-за меня ты себя чувствовал неловко. Почему неловко? Очень даже ловко. О, господи! Да нет, все нормально, сейчас вытащу. Нифига себе, заноза. Ладно, как у тебя дела? Все, пора завязывать с этим зоопарком. Теперь его подопечным придется совершить что-то невероятное. Приятель, нам надо поговорить. Боча! Ты вы давно умеете говорить? Так, посмотрим. Сегодня вторник, значит, с рождения. Ты же наш лучший друг. Мы не можем допустить, чтобы ты ушел. Оставайся, и мы поможем тебе закадрить эту дамочку. Так вы думаете, мне стоит пригласить ее на ужин? Да погоди, ты не суетись, парень. Дай волю медведю внутри себя. Нет, нет. Кричи! Отлично! Натронулся! Здрасте. А можно задать тебе один вопрос? Сколько хочешь. В ваших ресторанах действительно так вкусно кормят? Не то слово. Совсем озверел. Лучший способ привлечь самку – позволить ей увидеть тебя с другой самкой. А ты знаешь, что самки орлов предпочитают самцов, которые выше летают? Так сделаем это! Чтоб я сдох! Мой парень из зоопарка! Голосами зверей говорят Стоянов, Олейников, Гармаш, Васильева и Родригес.